два, три! Стенка на стенку, но только без кулаков. Полсотни человек устроили славянские забавы в самом центре Донецка. Их сегодня здесь собрала любовь к здоровому образу жизни. 7, 8, 9, 10, 11. Тут не все даже знают, как друг друга зовут, но физкультура на публике для них уже традиция. Мы не собираемся в бане. Мы каждый, допустим, последнее воскресенье или субботу месяца совершаем пробежку за здоровый образ жизни, то есть не против чего-то, а именно за. Единственная девушка среди физкультурников – российский офицер по имени Анна. 6 лет прослужила у себя на родине. Приехала в Донецк погостить. На акцию пришла с одной целью. За здоровый образ жизни. Что еще? Присоединиться к уличным спортсменам может каждый. Для того, чтобы вести здоровый образ жизни, ничего не нужно. Одел майку, шорты, какие-то кеды, и выбежал, бегаешь вокруг дома, вокруг садка, на улице. После показательных выступлений здоровяки отправились на пробежку с украинским и российским флагами. Это символ их гражданской, а не политической позиции, утверждают физкультурники. Они за трезвых граждан двух государств. Сегодня к уличным спортсменам примкнули 2 дончан. Был и 3-й, но малышу за молодежью не угнаться. Юлия Меньшакирова, Артем Степанов, телеканал «Донбасс».